Финишная прямая в «Газпром» – третий этап конкурса молодых специалистов. На дистанцию после второго тура вышли 69 студентов из опорных российских вузов. В формате интервью кандидаты общались с экспертами по 11 профильным направлениям подготовки. Оценивали конкурсантов руководители и специалисты «Газпром» добычи «Ямбург», психологи и представители других дочерних обществ. Отбор проходил в течение 2 дней. В итоге победителями конкурса признаны 39 молодых специалистов. Во время интервью экспертами оцениваются актуальные профессиональные знания конкурсантов, их коммуникативные навыки, карьерные планы и личные амбиции. По всем направлениям удалось подобрать перспективных выпускников. Традиционно больше всего участия приняли в секции разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. В компанию «Газпром» добычи «Ямбург» готовы принять 21 молодого работника. После получения дипломов выпускников производственных направлений ждет рабочая должность на одном из объектов компании. Победители в секции «Экономика и бухгалтерия» начнут карьеру специалистами. Виктор Курмачев, Юлия Надрага, Владимир Расихин. Новый Уренгой.